Семинар «Равный» обучает равного. Подготовительный этап акции «Скажи курению и другим наркотикам нет». На мероприятии собрались ребята, которые неравнодушны к проблеме табакокурения и потребления наркотиков. 15 волонтеров средней школы номер 30 точно знают – с вредными привычками нужно бороться. Дети и подростки очень часто поддаются влиянию, считают, что это круто – пить или курить, или тем более уж потреблять наркотики, потому что так делают какие-нибудь кинозвезды или из истории, какие-нибудь люди – их кумиры. И нужно показывать, что это неправильно, что от этого ломаются жизни и здоровье. В нынешнее время это очень распространенная вещь, вот алкоголизм. Это считают, что это очень здорово. То есть в любой компании это 100% кто-то курит, пьет, и это считается сейчас нормальным. Но я против этого, я считаю, что это однозначно ненормально, и с этим надо бороться. Принцип «равный обучает равного» рассчитан на то, что после беседы о необходимости ведения здорового образа жизни, без сигарет и наркотиков, волонтеры будут распространять полученные знания среди своих сверстников. Такая форма борьбы, по мнению сотрудников Центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, позволит детям лучше воспринять информацию о пагубном влиянии вредных привычек на организм подростка, чем скучные наставления учителей и родителей. Подготовленные ученики проходят на классные часы и проводят, рассказывают те знания, которые получили от старших педагогов, проводят с учениками такие встречи, беседы, информационные часы, тренинги, по форме «равный обучает равного», ведь, как вы понимаете, что взрослых ребята не всегда хотят слышать, а своих ровесников, там, учеников постарше, они воспринимают это уже как своих. Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что наркомания – это страшный бич, то есть наравне с ядерным взрывом. И поэтому мы должны приложить все усилия, все возможные, всем обществам не допустить, чтобы вот этот бич охватил наших детей. Опыт по подготовке волонтеров и специалистов Центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья уже имеется. Благодаря работе активных подростков с товарищами по школе у многих изменилось отношение к вредным привычкам, и подавляющее большинство пыталось убедить своих друзей отказаться от курения. Поэтому такая форма работы, как с волонтерами, а в последующем со школьниками, является мощным профилактическим воздействием. А значит, есть надежда, что хотя бы еще одним курящим подростком станет меньше.